Самое любимое место его жителей, потому что сейчас площадь эту украшает новое здание Дворца культуры. И сразу сюда с удовольствием стали приходить и взрослые, и дети. Это кадры новостного сюжета аж 79-го года. Тот год стал значимым для жителей поселка Чесцы. Ранней весной там распахнул свои двери Дом культуры. Хореография, вокал, театральное искусство. А сегодня в его стенах уже более 18 кружков. За эти годы много что произошло, но самое главное – это остались, наверное, люди, благодаря которым Дом культуры живет уже 45 лет. Привела за ручку мама. Так в танцевальном мире оказалась маленькая Таня. Она стала одной из первых воспитанниц нового ДК. 10 лет была народницей. Повзрослев, родные стены не оставила. Работала методистом и уже по традиции записала на кружок свою дочь. Это гордость. Я очень рада, что Дом культуры наш живет, что здесь много детей, людей разного возраста. Я рада, что жизнь в этом Доме культуры по сейчас кипит. А вот Анастасия пока в начале творческой карьеры. На концерте ко Дню города услышала яркий дуэт. Кумиры привели ее в вокально-танцевальную студию. За 6 лет артистки покорились даже самые главные сцены. По конкурсам мы ездим достаточно часто. Самый масштабный, наверное, был конкурс – это «Большая сцена», на котором, выиграв его, мы выступали в Кремлевском дворце. Вокалистка пока в 9 классе. Впереди поступление в Московский театральный институт. На выбор будущей стези во многом повлияли педагоги. В вокально-танцевальной студии «Кураж» меня научили не бояться сцены. Я намного лучше начала петь и двигаться, танцевать. Жизнь Дома культуры насыщена. Коллективам есть к чему готовиться. В июне уже в 8-й раз пройдет фестиваль казачьей культуры «За веру и отечество». Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».